Главные европейские чиновники провели этот день в Киеве. Двухдневный саммит Украины и ЕС назвали самым провальным за последние годы. Политологи говорят, прямо так, медовый месяц прошел. Дело в том, что не было подписано никаких итоговых документов. Более того, не было даже традиционно так называемого совместного заявления о дальнейших планах. А пресс-конференцию глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по сути, свернул, заявил, что хочет... Есть, поэтому будет краток. Президента Порошенко, который был рядом с Юнкером, и председателем Евросовета Дональдом Туском, пришлось слушать обвинения в недостаточной борьбе с коррупцией. Кстати, саммит проходил на фоне сразу нескольких массовых акций. У стен Рады требовали снять неприкосновенность запятнавших себя депутатов, а возле Минздрава отменить реформу системы здравоохранения. В знак протеста против нее демонстранты залили площадку перед зданием красной краской, символизирующей кровь.